Сентябрь 2016 года, окрестности Симферополя, степь. Отчет о росте фундука за прошедший сезон. Вот такой середнячок, небольшой, не маленький. Вот, очень хороший, крупный, хороший рост за год. Дал снизу прикорневую поросль, из которых можно будет получить отводки. Вот интересный экземпляр. Снизу, отсюда, у него пошла самая сильная почка. И вот он вырос за сезон. Даже дал какой-то прикорневой отводок. Изредка попадаются вот такие гигантские экземпляры. Но редко. Есть несколько отводков с плохим ростом. Вот один. Вот второй. Их, скорее всего, придется восстанавливать с помощью прикорневой поросли. Выбрать какой-то побег. Основную часть ствола удалить. И с нового побега выращивать заново дерево. Вот такие хорошие середнячки. Я ими доволен. Многие уже дали прикорневую поросль. Вот интересный экземпляр. Рост средний, но вот он на верхушке дал, заложил сережки. Вот двухлетка. Уже выкладывал его на одном видео. Рос за год. Вот ветка. Из почки за год выросла. Вот так. И все ветки так выросли. Вот. До сюда был отводок посаженный. Потом выбрали самую сильную почку. Она отсюда выросла больше, чем на метр. До сюда. Здесь мы ее прищипнули. Оставили 5 почек. И вот из этих 5 почек за год выросло такое небольшое деревце. Ну, дальше, как по инструкции, будем его формировать. На треть укоротим все ветки. На каждой ветке оставим по 2 обращенные наружу почки. Таким образом, на третий год у нас получится дерево с 10 ветками.